Всем привет! Вы на канале N-Beauty, и сегодня я хочу вам рассказать о очередной своей посылочке с сайта iHer. Моя посылочка достаточно маленькая, но вместительная и интересная, я думаю, вам покажется. Вот, оставайтесь с нами, так сказать, со мной с посылочкой. Итак, что же я приобрела в этот раз? Вы знаете, вот всей посылочки хочу рассказать вам историю того, что сейчас на сайте iHer очень выгодно покупать продукты, особенно если вы вкладываетесь в $60, покупая все средства, и выходит у вас сумма $60, вам идет скидочка, почти $8, вот у меня чаще всего она выходит, там 7 с копейками. Вот, и вы знаете, что удобно, доставка вот лично в мой город, Boxberry, такая экспресс-доставочка, в течение 2 недель до меня доходит посылка, максимальный срок у них 3 недели, а может быть даже меньше 2 недель дойти до вас. Стоит сейчас и июль, и август $8. В итоге моя посылка, доставка точнее на мою посылочку обходится мне просто бесплатно. Очень выгодно, всем советую обратить внимание именно сейчас на то, чтобы на iHer, чтобы заказать что-нибудь себе. Итак, что же я заказала в этот раз? Я очень ждала, потому что не было в наличии данной штучки. Это вещь для того, чтобы очищать, вот как показано на картинке, ваши овощи. На данный момент здесь показано именно картофель. Всеми любимой. Данной штучкой, вот видите, она такая остренькая, вы можете убрать глазки. А вот именно вот этой вот щеточкой, такой достаточно твердой, вроде как она какая-то супер-мега-веганская. Вот, очень она твердая. Можете очистить свой картофель, свой овощ любимый. Вы знаете, очень гигиенично, очень хорошая штучка, всеми любимая. Прям чуть ли не бестселлер на iHer, потому что он действительно постоянно нет наличий. Так я ждала эту штучку. В итоге, наконец-то, я ее купила. Очень довольна и буду пользоваться. Так, следующее, что я приобрела, это была вот такая вот щеточка. Долго я выбирала, очень много различных щеток есть, щеток для ног на iHer. Мне понравилось это своим дизайном. Здесь вот эта фиолетовая часть, она прорезиненная, что не будет у вас скользить эта щетка при очищении кожи ваших пяточек. Такая вот она, Миссис Педикюр. Все ссылочки я, конечно же, оставлю внизу под видео, в инфобоксе. Такой красивый дизайн. В общем, удобная штучка. Тут даже есть, видите, шнурочек повешать. Здесь у нас, как обычно, пемза для очищения. И вот такой массаж очищения, щеточка. В общем, довольно, мне нравится все как на картинке и даже лучше, мне кажется. Прям удобная вещь. Я думала, она даже меньше. Она вот прям в самый раз. Итак, следующее, что я заказала, это был тоник. Почему именно этот тоник? Потому что именно сейчас он идет по акции. Так он стоит и 7, и $5, что-то такое там. Постоянно у него какие-то акции. Мне он достался за $2. 355 миллилитров, без алкоголя, весь он натуральный, с алоэ вера от Mother Labs. В общем, вы знаете, надо брать, как говорится, доктор прописал. Думаю, отличный тоник, тем более без алкоголя, давно уже пора приобретать такие тоники. Вот, очень довольна. Производитель India Street, Mother Labs, в общем, хорошая фирма. Говорят, на iHer ей есть смысл доверять. Вот. В общем, такой вот тоничек. Надеюсь, он будет очень хороший. Думаю, в ближайшее время сделаю видео о всех своих покупочках с iHer. Именно мое мнение о данных продуктах, потому что уже их тестирую больше месяца. И это уже достаточно срок для того, чтобы сделать такое видео. Так, следующее, что я покажу. iHer молодец. Здесь в данный момент, кстати, обратите внимание, хочу показать вам, вот тоник, он полностью запечатан. Он полностью в такой пленке, то есть Mother Labs об этом заботится о том, чтобы продукт не протек изначально.
Вот, сейчас я все открою и покажу вам, что же еще я приобрела. Итак, в общем, все я высвободила. Первое, что я покажу, это вот такое вот масло. Масло сладкого миндаля, как указывает производитель. 118 миллилитров, натуральное. В общем, данное масло очень хорошо, ну, в общем, как обычно, для всего. Но именно меня заинтересовало оно, потому что его советуют беременным. А если беременным советуют, значит, это хорошая вещь. При борьбе с растяжками и целлюлитом. Именно его растирать по телу. Ну, вместе, конечно, с другими средствами. Может быть, какие-то массажи, если вы используете. Какие-то различные массажеры. Кто-то вакуумные баночки использует. Вот, именно с этим маслом. Оно самое вот действительно действенное. Вот говорят так косметологи. В общем, я решила взять, попробовать. Да и, в принципе, для всего остального. Для кожи, для волос. Ну, все как обычно. В общем, везде можно его использовать. Такое вот оно густое и желтенькое. Кстати, запах есть или нет? Ну вот, как обычно, запах я особо и не чувствую. Ну, в общем, это масло от No Solution. И это стандарт. Вот от них все масла не пахнут. Иногда, мне кажется, нет. Ну, это масло в всех баночках разлито. Но, думаю, нет. Очень хороший проверенный продавец, производитель. Поэтому я, в общем, уверена, что все в порядке. Это ККК. Авокадо. Масло авокадо. 100% натуральное. Здесь тоже 118 миллилитров. Они такие маленькие, но их достаточно надолго хватает. Поэтому, ну, советую покупать такие небольшие. Потому что это недолго хранится, 6 месяцев. Вот. Я храню все масла в холодильнике, так они дольше хранятся. В общем, продлеваем таким образом жизнь. Данная вещь, вот это масло авокадо, вот советуют сразу здесь для кожи и волос. В общем, хорошая вещь. Надо брать, им советую. Американская. Вот, следующее, что я хочу показать. Последнее, что мне осталось. Мои ссылочки. Это вот такой вот от Джованни. Бразильский кератинно-органовое масло. Спрей. Для чего этот спрей? Вообще, это как термозащита. Вот лично в моем случае вот такой мист. И сколько я не читала, именно для этого его используют. Видимо, именно для этого он и предназначен. В общем, тушик. Чик. В общем, что-то в этом роде. В общем, экологически он весь такой хороший. И состав, и все-все-все. Ну, он почти бестселлер на Хёрби. Все очень им довольны. Хотя вот от Джованни я слышала, многие недовольны там шампунями. Ну, в общем, они такие отзывы неопределенные. Кому-то нравится, кому-то нет, но об этом все говорят только положительное. Поэтому, думаю, мне тоже понравится. Такая красивая, очень стильная, модная упаковка профессиональная. Вот. И вот такая вот посылочка была у меня с сайта iHerb. Никакого подарочка они не положили, никакой бумажки, как обычно, о товарах. Ну, главное, что все товары, которые я заказывала, пришли. И если вы еще не пользовались данным сайтом, то я оставлю купончик, которым можете воспользоваться. Он действующий, и при первой покупке он вам позволит сэкономить 5, либо 10 там, процентов долларов. Я точно не помню от вашей покупки. Все я напишу в инфобоксе и вот здесь на видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока!